Ребятки, всем привет, с вами Александр, легенда Даркомани, и нас ждет там вот яичко с крылышками, это у нас будет феечка, но перед этим, то есть я уже вывел феечку, я уже вывел клевера, подождите, где мой клевер, я его вывел или нет? По-моему, я не вывел еще клевера. Так, а ну-ка, подождите, зернышко плюс война, так, давайте попробуем найти, что-то я вот вообще не помню. А если я его вывел, где оно может быть? Где яйцо? Ну, должен был я его собрать. Так, да, давайте проведем детективную работу. Зернышко. Нет, я его не вывел. Как это так? Ладно, хорошо. Но перед этим давайте мы сделаем одну попыточку. Давайте попробуем вывести сначала вот эту вот штукенцию. Черепашку. Черепашку давайте заколдуем. Вот этого молодца, это нам вообще ничего не стоило. И теперь нажимаем начать разведение. 8 часов займет. Давайте, а потом я уже продолжу тогда выводить зернышко. Раз такие дела. А теперь пришло время ее величества. Мантис! Ну, напоминает она мне что-то так. Это не, не мандибул. Усики. Усики какие-то. Мандибулы это челюсти. А это у нас усики. Давайте разместим ее. Так, кому ты пойдешь в компанию? Мумия? Нет, не к мумии. Давай пойдешь вот сюда. Так, ну неплохо пополняется коллекция легендарных дракончиков. Давайте, если нажмем легендарные. Так, у меня не хватает планеты. Планеты, да. Для коллекции, чтобы здесь было все омут. Мне чем-то омут и планета очень похожи, наверное, потому что они по цвету похожи. А что значит звездочка? Что значит здесь звездочка? Это колдовское? А ну-ка, стоять, давайте сделаем вот так. Да, это колдовское разведение, хорошо. Ладно, с этим, значит, мы будем разбираться попозже. А сейчас давайте будем кормить этого лунтика. Точно, по цвету похоже на лунтика. Так, я смотрю, ты хорошо прыгаешь, хорошо и высоко. Смотрите, у нее крылышко как у дракона, а вот эти вот лепестки как у какой-то мухи. Промахнулась. Так, ладно, давайте ее немножко нормально так. Немножко нормально так покормим. Пусть приносит денежки. 4. Ну, наверное, на 20-й, да? На 20-й, как я и обещал в прошлой серии, правда ведь? Правда ведь. Так, ну, а надеюсь, это я видео снимаю. У меня сейчас пятница вечер. Выйдет оно, скорее всего, в воскресенье. Так, надеюсь, вы уже посмотрели мое видео, над которым я долго старался. Видео про вастатозавра. Это была отгадка нашего квеста. И не забыли поставить там лайк. Все, хватит, хватит кушать. Много сладкого вредно. Даже фруктов. Вот такой вот у нас дракончик. Что у нас по акции? Так, по акции я тут двигаюсь не особо. Что-то мне кажется, что я не успею дойти до 8-го места. Может быть. Ну, хотя я вот скоро уже думал на видео вместе с вами использовать два гнева дракона, и все, но нет. Вот, не хватило, придется ждать еще... Ну, еще 40 минут, пока вот я насобираю, даже больше, час хотя бы, пока мне еда приготовится. Ну, я скоро это дело выполню и переступлю к 7-му заданию. Ну, не знаю, вот 8-е получил бы и был бы доволен, больше мне не стоит. Так, как там дела у Реца, ребятки? Ну, я видел уже, по-моему, у него видео выходило про Пету, и думаю, он на выходных получит уже и бонсай. Так, так. С этим разобрались, там поставили, сям поставили. Так. Ач. Давайте заглянем. У нас сегодня приехал рынок. Таких цен вы больше нигде не найдете. Цены, конечно... О, колдовской билет. О, я вот это добро легко... Сейчас куплю все билетики. Я рассчитываюсь вот этим. То есть это вообще мне как-то не напрягает никак. Скуплю все, что есть.
Пусть будет. Так, а теперь у нас есть 100. Сколько у меня есть свитков? Так, а где я не помню даже, где это все дело можно посмотреть. У меня 26 VIP-билетов, 45 гневов. Так, и вот алмазы в арену. Что-то они вообще не знаю даже, где они берутся. Никогда не попадались мне. А что значит знак восклицания здесь? Так, не появился ли мне здесь часом какой-то новый дракон, которых я не знаю? Так, подмёныш, два этих, ё-моё. Если бы их можно было продавать за кристаллы, это было бы вообще божественно. Так, елочки, это наши зимние украшения, все здесь болтаются. Так, вот еще парочка дракончиков. И все, нет. Нет, не завалялось у меня здесь какого-то суперского дракона. А, я хочу посмотреть, сколько у меня есть свитков. Я помню, что вот здесь это можно как-то сделать. Во, 688 свитков у меня. Так, а нам предлагают что? Так, куда делся? Где корабль делся? Вот. Вот. Да уйди, уйди, китаец, уйди. Так, вот. Билет. Билет фрагмента. Билет фрагмента. Так, где это у нас такие билеты тратятся? Нет, здесь такие вот. Я, кстати, их прикупил. Давайте вот прикупил и откроем эпический сундук. Ну давай. Блин, ну хоть 9 этих попалось. Но лучше бы делать вот таких вот попалось. Мне не хватает великолепных кусочков, а не отличных. Ну и божественных там насыпят. Божественных спаси... Ух ты. А что это за прикол? О, ребята, круто. 8 попалось. И божественный. О, мне понравился этот сундук. Круто было. Так, великолепных количество 4 до 12, а здесь великолепных от 8 до 24. Довольно-таки неплохо, ребята. Я доволен, я доволен. Так, а где же... А здесь мы тратим вот эти вот, да? Билетики, да. Сколько у меня вообще этих билетиков? У вас недостаточно билетов. А, у меня, то есть, их нет. Ну а где мое количество? Где здесь его увидеть? Ну я могу. Ну, таких очков у меня точно много. Так, легендарный. Так, давайте еще откроем. Копилочку, может, когда-нибудь насобираем. У меня 38 тысяч. А, у меня 5 билетиков. Вот копилочка. Копилочка. Ну, за 25 кристаллов покупать неохота. Ну, давайте за 100 один разок куплю. Один билетик куплю. Пусть будет. У меня еще осталось там 500 свитков. Пока что мне качать особо некого. Попробуем заглянуть, найти ученика. Давай, ученик. Ученик. Так, а китайский ученик есть? Японский давай. Нет. Так, китайцы. Китайцы очень трудолюбивый народ. Тоже никто не хочет учиться, ё-моё. Немцы тоже трудолюбивый народ. Французы, бездельники, любители вина и лягушек. Ну, братюни, тоже никто не хочет учиться. Может, Бразилия? Не, все, никто не хочет учиться все-таки у нас. Так, код дружбы, ребятки. 5B0F59, заходим в маячок, в раздел «Друзья», вбиваем мой код дружбы и код дружбы всех других ребят, кто напишет комментарий. И каждый день заходим вот так вот друг другу дарим подарочки. То есть инструкции вы поняли. Вот так вот. Отлично. Давайте заглянем, что у нас по заданиям. Собрать еду на фермах, это мы сделаем. Так, воду мы пока что не скрещиваем. Темница у нас есть. И завоевать на карте. Давайте пойдем на карту, что-то завоюем. Нам еще нужно потратить 2 гнева. Вместе с вами сейчас мы это сделаем. Так, противники у нас легенькие. Но выдержал удар. Что-то я привык уже драться с 50 уровнем, да?
назвал 43-х легеньких, хотя они такие же, как я практически. Я 45-й, а они 43-й. Так, один завоевали. И давайте второй. И попробуем еще потом дальше продвинуться. Так, мне Архангела еще нужно качнуть. Но перед Архангелом, по-моему, кому качать? Агент. У меня агент еще 28 уровня. А нам нужен агент 30 уровня, чтобы закрыть дырки по стихиям. Приласкать дракона. Давайте приласкаем так зернышко. Нам тут предлагают ласкать. Давайте посмотрим наших главных героев. Так, любимец публики Факел. Насыпал нам пару кристаллов. Осень пожадничала. Так, феечка. Точнее, чаровница. Так, Архангел. Крепыш наш. Уже крепкий парень. Так, наши недавние. Железное пламя. И феечка. Давайте сразу ее погладим. В принципе, давайте, а что-то, что нам стоит, пробудить ей какую-то стихию за 750 тысяч. Пусть пробуждается, правда? Я думаю, вы с этим согласны. Так, а здесь, чтобы пробудить, нужен 30 уровень, но пока что нам это не интересно. Давайте погладим землю. Надо его назвать Зеленый Земля. Я придумал ему имя. Это у нас будет Гея. Ой, продать чуть не нажал. Вот и выполнили мы наше задание. Очень забавно. Опять же, это нам не нужно. Ну что, в темницу нас отправляют. Но перед темницей мы выполним, конечно же, какое-то задание на карте. Давайте попробуем штурмануть босса. Два босса. Два 56 уровня нам кранты, я уверен. Я уверен, они нам навалят. Хотя не без звезд, но звезда это примерно 2 уровня. Все равно не уровней на 5 крепче. Так, Радхарн, остановись, пока не поздно. Так, вот это наш Радхарн. Так, ну как я могу остановиться, если я только начинаю? Гнев дракона взять. Да, мало очень получается. Так, ну давайте его хоть этого заблокируем, что ли. Офигеть, он просто взял и за один удар убил. Так, ну с этим мы покончили. Но мы все равно не справимся. Блин, как? Если бы я знал, я бы так не поступил. Он же меня за один удар практически убивает. Но один удар мы вроде выдержим. Да, выдержали. Ну, а ему теперь кранты. Я уже думал второй раз использовать гнев дракона. Так, думаю, пора тебе поделиться с нами своими планами. Им все равно не суждено осуществиться. Так, не хотел портить сюрприз, скажу только, что скоро воссоединишься со старым другом. Друг Радхарна мой враг. Придется нам самим докопаться до правды, пока правда не докопалась до нас. Так, кого? Это может какой-то великан будет? Так, ну а теперь давайте пойдем вот сюда. Так здесь нам вообще наваляют сейчас на раз-два. Боссы были как-то попроще, чем вот это. Так, прекрати дрожать, Нед. Мы должны помочь Хогину поймать этого ненастного Радхарна. Так, а это мы уже читали. Нам уже здесь наваляли разок. Ну давайте еще раз. Нам нужно все равно потратить гнев дракона. Ну, мышкой вообще, ну никак. 25, это позор. Еле поцарапал. Будем этого какого-то оборотня валить.
Ёшкин кот, осень потеряли. А вот ее я терять точно не хотел. Ну, блин, печалечка, ребята. Нам сейчас тут опять наваляют. Ну, ладно, ничего. Здесь и так все-таки мы очень далеко задрались. Задание мы с вами выполнили. Босса завалили. Ой, еще даже какое-то тут задание выполнили. Супер. Это было прекрасно. Так, давайте сейчас заглянем в подземелье, что у нас тут происходит. А, стоять. Я же задание-то не выбрал с подземельем. Молодец, конечно, я. Старт. Так, у нас кицуне, ребята. Кицуне, ну давайте будем пробовать. Пробовать кицуне. Так, вообще-то надо первым ставить факела, наверное, да, и он будет всех просто рвать в клочья. Как вы считаете? А ну давайте сейчас проверим. Ну да, да, надо поменять комбинашку. Мы уже довольно крепкие, чтобы не пользоваться щитом. Так, факел, рысь. Да, вообще даже не знаю, надо ли нам вообще здесь рысь. А, выжили, гаденыши мелкие. Так, ну рысь у нас берет на себя удар, получается. Ну так быстрее все-таки, как ни крути. Все равно выживают. Нет, а этот умер, хотя там, видели, на чуточек у него зеленочка оставалась. По-хорошему-то. Так, это мы задание выполнили, но мы помним, что у нас таких заданий два. На рудниках это мы тоже легко можем выполнить, но сначала мы продолжим. Так. Кто у нас в следующей троице будет гулять? Вообще-то я могу сюда ягодку даже взять. Это был твой фатальный промах, Дракула. Еле зацепило. Никто не догорел, как-то печально. До сих пор никто не догорел. Да, щит и ослабление удара, конечно, творят неприятные дела с нами. Так, тоже задание выполнили. Попробуем выиграть кицуне. Так. Давайте сейчас выполним какие-то... Нам там же собрать надо было, не завоевать. Да, вот, отлично, выполнили и побежали опять в подземелье. Сейчас нам будет вообще все легко и быстро. Осень. Нет, давайте архангел. Осень. Ну и ягодка всего лишь на один уровень останется с нами. Если доживет. Ну тут покрепче пошли ребята, да? С одного удара не хотят умирать.
Так, 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 так. Каменный щит. Такая неприятная штука. Так, подождите, у меня, по-моему, какой-то энергетический удар же, да, умеет снимать щиты. Что-то я вот этим вообще не пользуюсь. Так, 42-е, 43-е, так они крепкие тут, смотрите, какие-то пошли. Что-то я раньше вроде послабее было. Так, ну, отравляющий удар решает. Он заражает всех, еще и двойной дэмэдж бывает от него. Так, вкачанный сфинкс, ничего себе. Так, шипастика сейчас мы тоже быстренько ушатаем. Шипика, шипастика. И двойное заражение. 864 и 160, да. Колоссальная разница. Так, ну и последний бой. Погнали. По-моему, здесь противники в шестом бою у нас всегда послабее, чем были. Туман, ты подлый. Подлый дракон. Ничего себе, вы видели это? Да, не спасло. Не спасло его это дело. Черт, я вообще не рассчитывал на вторую волну уже. Так, лечиться это нехорошо. За это тебя поглотить пустота. Давайте средний, мы никогда не открывали средний. Такое себе. Такое себе. Так, давайте в магазин заглянем. 11 тысяч очков, ребята, у нас. Ну, да, на зомбика нам еще долго собирать. Так, и последнее, что у нас осталось, это агента. Посмотреть, что у нас с агентом. Так. Вот наш агент. Сколько ты хочешь еды? Ну, еще один уровень мы можем ему качнуть. Ну, дальше нас не хватит. Надо минимум сколько там, 4 или 5 раз. Но на этом, да, по-моему, все уже выполним. О, еда. А какая здесь еда? Ой, здесь какая-то маленькая еда стояла. Ладно. На 30 минут поставлю. Ладно, давайте это все соберу и поставлю на 30 минут. Так, 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 так. Так, что я хотел только что сделать? Что я хотел только что сделать? Вылетел с глаз. Посмотреть, посмотреть наши храмы. Легенда. Пустоты. Один остался, да. Металл, земля тоже один остался. Ну да, все, тогда агент позволит нам закрыть все дыры. На этом я, ребятки, с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.